Джик. И сегодня у нас новое испытание на красивого робота. Прошу я, конечно, не первый день. Но ничего страшного. Самое главное, нас тут забрать для паса на рад за поимку. Конечно, бигбокс мне еще хотелось бы. Но и иконка, она мне не очень, конечно, нравится. Но ничего страшного. Что самое главное, ребята, скоро, через 6 дней, выйдет газ. Как только он выходит, сразу же мы делаем мега открытие. То есть просто 100 бигов как минимум мы откроем, чтобы выбить газа, Сэма и Отиса. Ладно, ребят, не будем задерживать, переходим к теме роликов. И что я хотел бы сделать, это просто пройти Only Mortis, только Mortis. Жужух, это более-менее нормально, это более-менее нормально. Это тут вообще, смотря кто попадется, но это тоже более-менее. Ребят, поехали, первая каточка. Mortis, нормально так. И сразу же против меня пик. Для меня какие-то дырочки. У нас шансов на победу мало. Да, ну и как всегда Mortis момент. Ребята, ребята. Чувствую, Only Mortis у меня не получится. Отлично. Да ну давай. Просто все тычки. Я нажимаю тычку, тычка пропала. Это же она утонула. Ну. Я уже думал, помогать надо. Интересно только, где Спайк? Тара, мы знаем. А, Спайк отбивается. Отлично. Убегаем. Пожалуйста, убегай. Я не ожидал, что мы выиграем. Значит, это не победа. Да, типа. Здесь подбираем. Эти три гема нам не надо. И это победа, ребят. Что-что, а это такого поворота событий я точно не ожидал. Просто. Мне понравилось 68 тысяч старых. Поехали в следующую котейшн. Если вы хотите со мной поиграть, пишите в комментариях, потому что у меня еще нет пока Дискорда или Телеграм-канала. Но в ближайшее время я его обязательно создам. И там я смогу с вами записывать видеоролики и играть. А пока что просто пишите в комментариях. А еще напишите в комментариях, прошли ли вы это испытание. Будет очень интересно почитать, потому что мне не о чем сняться. Комментарии вы очень редко пишете, но если пишете, я обязательно читаю и отвечаю. Так, тихо, затяжка. Так, блин, ну. Было бесконечно ульта Мориса, но он ничего не дало. Мы должны закончить. У нас Гейл и Биби. Против Эль Прима это большой плюс. Мне кажется. Блин, а ну что? Как? Гейл? У тебя Эль Прима сейчас сольется? У них уже 9 гемов. Ты че, Эль Прима что-то делает? Я еще и убежать не могу. Я у них посижу на базе. В принципе, имею право. Блин, я не успел. Давай, давай. Давай, ну, Прима, убейте. Ну, ладно. Ну, ребят, как бы я не буду менять, ведь я обещал, значит, должен выполнить. Это челлендж Only Mortis. Я уже делал такие челленджи, я там прошел. Просто, тем более, когда было ограбление на парашюте. Играем. Музыка играет. Почему?
Класс. Просто тиммейты лучшие. Что еще сказать могу про тиммейтов? Они лучше просто. Не в ту сторону. В начале катки просто были. Теперь вроде в ту. Бык хотя бы хилится. Ой, на авиамама. Бычок, давай. Давай. Решай дела. А я пока пойду погуляю. Блин, я не успел. Да не, нашего семи... Затянули. Просто взяли и украли, я даже так скажу. Мои гемы. Убегай. Убегай. Девять на восемь. Попробуй только залететь. Давай. Надо еще гем. Бык пусть атакует. Мы будем гемы собирать. А! Они забрали робота. Но мы им сбили время. Главное, чтобы они этот гем не забрали, а они этот гем забрали. Тогда нам надо или робота, или гемы как-то тоже попробовать забирать. Да ну я собираю, ты робота лучше забери. Супер! 20 гемов. Отлично, просто отлично. Все, изи каточка, ребята. Нормально так, нормально. Было потно, но захват кристаллов пройден только с одним поражением. Ребята, все, мы пришли, захват кристаллов, поехали в награду поимку. Ой, ну, в принципе, захват кристаллов был потный, потный, даже с одним поражением. Награда поимку не должна быть такая. Плюс за меня уже как минимум играет Тик. Это уже хорошо. Я так и не понял, как я взорвался. Я вам шу... Какая-то бочка... Щит какой-то, что ли. Я понять не могу. Тогда давайте спрячемся. Ой-ой-ой-ой-ой, только не скидывайте это. Я случайно кинул звук, я обязательно после этой катки убил. Просто до этого я наказывал, потому что я обесился, потому что против меня были челики, блин, которые просто кидали диз. Просто они кидали его всю жизнь. И все. Им пофиг. Они его кидают, кидают, кидают. И вот когда против меня попадались челики, которые кидали диз, я просто их убивал, если им была возможность. И кидал им сам диз. Потому что бесит такие челики. Давай! Нет, зачем в Тика? Ну все, это ГГ слив. Я же не хочу сливать, ребята. Но Дэрил скажет, нет, нужно слить. Так сказал Дэрил. Ну, я так думаю. Мы все равно слили. На звездочку просто я убил всех, кроме Тика, блин. И они все равно ничего не сделали. Это Тик и Дэрил просто стояли и смотрели.
стояли и смотрели. Уже второе поражение, я не хочу тратить гемы, но мне придется, конечно же, обязательно, вместо того, чтобы потратить их на следующий пас. Следующий, позаследующий. Че так все сложно? Тихо. Так, слава богу, не меня вытянул. Отличненько. Отлично. Осталось только убить робота. Ну что нам сейчас очень сильно мешает? Ну, с этим у нас будет справляться Лу и Эдгар. Да ну, что все по мне летит? Это капец, ребята, ребята. Так, опять сквик пришел. Что-то сам в себя поверил, как я понял. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Не, робота не к нам. Это не к нам. Как вам? Нет, все. Здесь я не успел просто дать тыку. А, не, и ультанул только по одному, а мог по двоим. Короче, немножко не то, как я хотел. Блин, а, я не успел. Пока моя ульта летела, уже все, у меня минус был. Ну, ничего страшного, главное, что это победа. Главное, что это победа. Не понял, почему. Че ушел? У него 20 как 20к. Так, че, я кинул, поэтому, ребят, есть места. Места есть. Еще 3 человека, может. Поэтому заходите, ребят. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. Ну и если вы еще не прошли испытания, хотите, чтобы я вам помог, потому что вы не уверены в себе, а у вас нету тьмы. Подпишите в комментариях, потому что у меня есть много твинков, и я могу пройти с вами. Так, ну, в принципе, нормально, нормально. Нормально пока что, да? Блин, я просто соло все делаю, они просто где-то там лазят. Нет, чтобы помочь там где-то, прикрыть. Ну, вот у него стан, и куда он его? Он просто, и чисто наш сквик. Пушит, пушит, пушит и минус. А, у меня джойстик чуть подлагивает почему-то. Давай свой гаджет уже, молодец. Тихо. Главное выжить. Одного убили, хватит. Пока что на данный момент. Нормально так. Еще 4 звездочки. Так. Ну, это им 4 звездочки. 15-11. Нормально, более-менее, более, так сказать. Так, надо кольта, кольта, кольта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой, почему такой жесткий кольт? Блин, я не... Звук был ульты. Но ульты самой не было. Вот в чем прикол, ребят. Ну, вы должны были ее услышать, но вот там реально был звук ульты, вот этих летучих мышей, но их не было. Так, есть минус. Ну, я знала просто, что ему клепочка прилепилась, поэтому я дала одну тыку, потому что если бы я дал бы вторую, я бы не просто. Так, есть минус, братишка. И не успел ультануть, но я бы там ультанул и убежал бы просто. Ну, победка. Мне нравится, ребят. Мне нравится, что еще можно сказать. Дальше у нас огненное кольцо. Вот здесь будет посложнее. Настолько сложно, потому что там будет всякие Лу, Пэм, Джесси, Пенни, Эмс. Вот, против нас Эмс. О, зато за нас примат, потому что против нас примат. И примат на примата, я надеюсь, будет. Сразу же минус гаджет у Эмс.
Чё джойстик так жестко лагает? На! Минус 2. Отлично, ребята, мне тоже дали минус джеки. Блин, не долетела моя тычка. Ничего страшного, сколько я там уже килов поднадавал, мы успели забить зону. Сейчас, конечно, они захватывают, но у них там робот, у них сейчас большие проблемы. Пока они его уничтожат. Вот, все, захватываем, потому что Джеки там небольшая проблема. Они вдвоем ее смог определить. Опа. Батим, приматом тычки. Оп. Оп. Блин, не попал ультой, потому что уже примат добил. Пусть не добивал бы, расставил бы на Джеки тычки. Ну, МСТФМ. Я бы задефал, если бы мне не помешали. Ой, Эль Прима, какой же ты красавчик. Ой, рикошет хорош. Отлично, ребят. Первая катка есть. Я, конечно, думаю, будет сложнее осталось вторую катку, потому что это, ну, для Мортиса это очень сложно. В горячей зоне, потому что там, ну, если попадется лук, все, я не смогу. Там только надежда на тиммейтов. Шо, они крутятся? У меня только 1100 подписчиков. Я не уверен, что они меня встретили и знают то, что это я с Ютуба. Но было бы мне приятно, очень приятно было бы. Я бы их добавил в друзья, если это реально они. Поэтому, ребят, если это реально вы, и Горики про 93, напишите в комментарии, я вас обязательно добавлю, друзья. Есть. Да, теперь у нас проблемы с роботом. Ну, теперь эти проблемы перешли к ним. Блин, я не успел. Чуть-чуть не успел. Но пока что мы выиграем на 10%. Да. Эти 10% далеко не ушли. Молодцы, да, тащите зону. Блин, а как он достал? Нет, блин, если бы он не убил, я бы его убил ультой. Тогда бы у нас не было таких проблем, как в горячей зоне. То, что на 15%. А нет, все-таки мы захватываем. Блин, я опять не успел ультануть. Что ж это такое? Ну, 10%, ну... Конечно, помню, что у чела было 98-99%, и я затащил каким-то чудом. Не знаю каким, но все равно я затащил. И сделал бесконечную эту морсу. Так, это отлично. Монетки не надо, потому что я сегодня очень много монет потратил. Во-первых, купил гаджет на... Эту, как... Джанет прокачал ее на 9-ю силу, Бонни прокачал на 7-ю. Очень много потратил. Ну, вот здесь нокаут, здесь Мортис больше тащит, потому что здесь будут громкие тики. Но иногда не будет, потому что будет всякий колет. Еще кто-то, кстати, я не увидел, кто у нас, но теперь вижу Брок. Эш, вот против Эша я не смогу. Против Рика Брока я могу. А, так тем более у Брока гаджет еще не тот. Так, тихо, байтим. А, байтим или меня байт. Так, все, минус один. Если что, бы я его добил. Теперь надо как-то Брока и Эша. Так, все, минус Брок. Отлично, ребятки. Ну, не надо нам этот робот. Ну, зачем нам эти проблемы? Кольт, пошли. За нами он? Нет, он за Джесси. Отлично. Это плохо. Так. Роботы сюда. Закинь турелями. Хорош. Хорош, Кольт. Чисто стоит, зарешал. Ну, и на Эши порешал. Молодцы, что сейчас сказать. Так. А, у них робот, точно, у них же робот остался.
Есть контакт. Так, по двоим попал, нормально. Блин, они задефали как-то быстро. Да, отхилился нормально. Два в одного. Пожалуйста, робота на себя только не тяни. Он не за нами. Отлично. Ну и минус чего, отлично просто, ребят. Изи. Последняя катка осталась. Ну, это испытание, если бы я проходил тьму, это легко было бы просто. Из-за этого я прохожу его с рандомом, ребят, специально для вас. Чтобы у вас были надежды, что вы пройдете его. Давайте тут, ребята, там почти чуть-чуть осталось. 6 монет, так, может... Нет, не надо нам донатить. Так, ну, жалко, жалко, жалко. Нормально так, нормально. Ну и ласткатка. Я бы мог в ноль пройти просто в сухую, но чтобы было интереснее, я прохожу Only Mortis, так сейчас с рандомами. Если бы с тьмой Only Mortis, это было бы легко, а если бы с рандомами, но пик, это тоже было бы легко, а за Mortis еще в 10 раз сложнее. Жаль, что здесь нет ограбления, там еще было бы сложнее. Так, бык, это сложно. Эдгар, это норм. 8 бит, это более-менее. Блин. Наверное, первый раунд слил. Потому что, а нет, они хотя бы... Я думала, они уже Эдгара даже не смогут убить. Ну, бык против быка тогда можно. Ну и дальний против дальника, типа против 8 бита. Как-то легко. Прям такой запах легкий. Запах победы. Потому что, ну, что, они просто... Им осталось быка. Ну, бык, иди зажимай с другой стороны. Там еще помнится. Ой-ой-ой, все, это изи. Изи первый раунд. Ну, вот тьма хорошая попалась. А, понял. Так, робота им надо. А, уже минус Эдгар. Тихо. Да, я знаю, я делаю огромную ошибку. Из-за этого мы сейчас слим этот раунд. Да, потому что я сделал огромную ошибку. Пошел на быка заморец. Вот так возил гений. За быка заморец. Ой, заморец на быка. Изи минус. Ну и 3 в одного быка. Бык там. Нет! Минус в том, то что... Минус наш бык. Без быка мы никто. Просто мы никто без быка. Напротив быка именно. Один бык может... То есть нас троих? Да чекай! Таня, он не там. Ой-ой-ой, робот. Убегай. И за кем робот? За Лолой. Пожалуйста, на быка. Да, ты можешь, хоть и сольешься, но главное, что робот на быка. Из-за этого у меня будут шансы. Да. Есть. Вот так вот, ребята, по тактике просто. Изи, мега ящик, меня поздравляют. Мега ящик, я очень сильно... 8 предметов, ребята. 8 предметов. 2 предмета светится. Скрин. Гаджет на Бонни как раз прокачал. Это быстрые углеводы. Отлично. И второе. Гаджет на Грифа. На 33% больше монет. Нормально так сказать вам могу. И иконка игрока. Это красавчик. У меня уже есть 3 робота. Но все равно это больше мне нравится. Или там, где Брок, вот этот почта. Нет, конечно, этого скина нет. Но 33% больше нет. Но это мало, я думаю. Ну и гаджет, это отлично. Я уже думал, вот это сейчас.
О, так что это на 9 можно качнуть. Давайте качнем. Конечно, мне это очень много трачу. Ну, ничего страшного, ребят. Когда будет открытие, обязательно все будет. Ребят, делаем скрин, что мы прошли. Ну что ж, ребята, с вами на этом все. С вами был Ёжик. И красавчик Кольт. Всем удачи и всем пока-пока.